Здравствуйте, меня зовут Лиля Палахова. Родилась и выросла здесь, в Бахчисарае. 15 лет назад вынуждена была из этой страны уехать по экономическим соображениям, потому что, кто хорошо помнит те годы, вы, может быть, еще не то слишком молоденькая, знаете, что происходило 15 лет назад, то есть перестали платить. В общем, жизнь была не к черту, поэтому пришлось уехать. И последние 15 лет я постоянно живу и работаю в Праге. Это Чехия. Но каждый год обязательно на 3 месяца приезжаю сюда, поскольку здесь остались родители. Теперь я обязательно буду возвращаться. Я первый раз, вот в прошлом году еще было все не так, в этом году после всех этих событий. Я приехала сюда, я не могу надышаться этой атмосферой. Все так здорово, все так классно. Спрашиваю родителей, все очень довольны, пенсии подняли, рабочие места появляются, все восстанавливается, то есть жизнь наладывается. Обязательно буду возвращаться. Абсолютно. Я вижу, например, только позитивное. Может быть, я не объективна, может, еще заслеплена этой эйфорией, может быть, не отрицаю. Но пока мне здесь жутко нравится, мне нравится эта атмосфера. Я была в Севастополе на дне военно-морского флота. Люди чужие на улице обнимаются. Празднование до утра. Собаки идут, наряженные в российские флагу. То есть обалденно. В угловом. Я уже объехала пол Крыма здесь по возвращению. Я разговариваю с людьми, встречаюсь. Все только самые положительные эмоции. То есть понятно, есть какие-то что-то где-то неурядицы. Там надо переводить какие-то документы. Но это же все ерунда, господи. Это же переходный период, когда он был легким. Никогда. Все это перетерпеть пару месяцев, полгода, пусть год, ну, все настроены очень позитивно, я обязательно буду возвращаться. Нечего мне делать в той Праге, когда теперь здесь все так хорошо. Обязательно. Концерт, посвященный празднику. Сегодня день российского флага. Вот. Празднуется он уже много лет, у нас это первый раз. Потому что только в этом году по присоединению теперь это будет праздноваться каждый год. А в России это празднуется давно. Нет. Это в связи с тем, что праздник-то российского флага, но это же праздник, а на празднике концерт. А концерт это всегда радость, веселье, не только Россия, то есть дружба всех народов. Тут и украинские, и татарские. А так как много татарских, им удобнее здесь, у них здесь костюмы, чтобы им через весь город нету. Так что с этих соображений. И в честь этого просто, чтобы привлечь больше людей, которые приехали, туристы, просто посмотреть на экскурсии, еще заодно и посмотрят концерт, поучаствуют в празднике. Разве это плохо? По-моему, неплохо.